Все уцепились за эту палочку. Тянем, потянем. Вытянуть не можем, да? Сказка про репку. Всем добра. Дети Маршала и Хлои. Леон Лавр. Возраст 3 месяца ровно. Лиза. Между Лексусом и Лавром еще выбираю. Кто-то останется мне, второй будет доступен. Лавр. Щенки отборного племенного разведения. Оба родителя супер-гранд-чемпионы Беларуси, чемпионы породы. Сука Хлоя еще чемпион России, имеет тест на дегенеративную миелопатию. Лексулькин идет ко мне. Шляпки мальчик пришел. Да, погладить тебя, Скажи, да? Мне нужна эта палка, да? Пойду я лучше, скажи, поглажусь, полоскаюсь. Родители щенков и Маршал и Хлоя оба имеют официальные сертификаты на дисплазию. У обоих результат А0. Это идеальные суставы и передних, и задних конечностей. Эти щенки родились 9 мая, 9 щенков. Маршал – сын чемпиона Басмача, который чемпион Азербайджана, сын Цезаря. В Маршале течет кровь султана Жеребета, Топаза, и он еще внук Матурхана. Также в Маршале течет кровь Езона, Леонида Кривоченко, Запорожье, питомник Саксония. Лаврентий. Чара. Все пришли к нам. Лаки.